Всем здорово! Запускаем новую игру, которую я никогда в жизни не играл. Я ее видел буквально один раз, получается. Ну, потому что мне ее постоянно кидали на аукционах. Я посмотрел, что это. Мне показалось, что это не очень интересная игра, на первый взгляд. Ну, такое же буквально мнение у меня, кстати, было об Айзеке. Один в один, как об этой игре. Стоит отметить. Так, надеюсь, тут геймпад без проблем работает. Throughout the galaxy, a legend is told. Легенда о ком? On a distant planet. То есть не у нас, не на Земле. Не думаю, что мне интересный сюжет в подобных играх. A gun that can kill the past. Пистолет, который убивает прошлое. В руинах какой-то крепости. Ну, так будет объясняться, почему ты заново начинаешь. В каждом же рыгалике должно быть объяснение, как ты можешь бесконечно умирать и начинать заново. Чё за музыка? Чё за музыка кринжовая? Чё за интерфейс? Что за мусор? Какой это год? Я не знаю, что мне надо настраивать. И надо ли. Что со шрифтами? Я сейчас умру. Мои глаза. Мини-карта вне боя. Бля, музыка пиздец. What the hell? Что за супер дерьмо? What the hell? Помолчи. Дружище, без никотина. Ну, рыгалик — это то, что исполняет твоя подруга, когда я нагружаю ее по горло своим болтерой. Нет, чел, неправда. Взаимодействие, перезарядка. Вверх-вниз. Нет, 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 нет. Не говори мне, что нельзя двигаться на стрелочках. Нет. Нет. Иди к папочке, дружище. Мне нужна твоя помощь в новой, временной игре на Epic Loot. Наша с тобой задача — поймать эту вкусную девчонку Crystal Maiden с помощью моего немалоизвестного хука. Играем бесплатно раз в час, за победы забираем награды и копим очки, с помощью которых открываем сундуки с арканами. И смотри мне, не забудь забрать по ссылке снизу Battle Pass с моим костяным хуком на последнем задании. В общем, ссылка снизу и промокод тоже. Используй его, не дай автору канала зачахнуть. Нет. Инстадроп? Моментальный дроп? Какого хуя меня заставляет играть на этом ебучем колесе неудобном? И невозможно управлять ни в одной игре. Мне пиздец уже не нравится. На самом деле, вот, когда заходишь в игру, тебя сразу встречает супер хуёвый интерфейс и супер хуёвая музыка. Это, конечно, дезмораль. Потому что, когда заходишь в игру, и там приятный интерфейс, плюс глаза от интерфейса, приятная менюшка, ты сразу оптимистично настроен. А так я настроен крайне предвзято. С нулевой секунды. Ладно, я попробую, ну это пизда. Десантник. Пилот. И что должен из этого понять? Из этих недотекстур. Инвентарь. Что за дерьмище? Я хочу уже дропнуть. Это просто 0 на 10. Пизда, что делать? Это нормально так должно быть? Да, ни в одной игре так ни разу. Вот в том же Dead Cells. Вроде игра пиксельная, но иконки предметов-то нормальные хотя бы. Это что за пиздец? Как это? Недорогой револьвер. Я, блядь, вижу, что он недорогой. Ну, действительно, он недорогой. Как и эта игра. Десант. Давай я сыграю за этого урода. Какая хуёвая игра. Прям очень плохая. Как двигаться? А, я не могу двигаться стрелочками никак, ни при каких обстоятельствах. Что ж ты так плохо подготовился? Так игра говно. Целиться удобнее, играй на клаву мыши. И сам играй на клаву мыши. Почему, когда нажал по умолчанию, у меня сбились все настройки? Что? Там, это яма, в нее можно упасть. Это что за дебил?
Ты должно быть из новичков, а ты должно быть из дурачков. Как это повторить? Это что, Undertale 2? Ладно, это 0 на 10 этот дроп. Открываем. Недурно. На скиле. Недурно. Ужасно. Не нужно кланяться. Как же заебало это эра рогаликов. Как вы в это дерьмо играете? Не, ну это реально дерьмо. Класс, нахуй. Папаня, к тебе вопрос. У тебя почти все фильмы, у которых 10К сделаны в Голливуде с играми также. Означает ли это, что США лучшее, что могло быть в мире? Бля, всего есть плюсы и минусы, как говорится. Как целиться, стоп. Да, походу без мышки никак. Недавно смотрел чела, который утверждал, что ты растлитель малолетних и кидала. Собака лает, караван идет. Но я не про это. Такой вопрос. За сколько ты готов сдернуть свой лангслив и постримить с голым торсом под музыку выхода Курта Энгла? За ноль. Ничего не играть. Что я подбираю, блин? Ну, играть не очень приятно. Печальная игра. Бля, я не знаю, как в такое играют, но это прям неприятно. И она не чувствуется удобной в управлении. Я обязан на клавиатуре играть. Если ты подобные игры обязан играть на клавиатуре, это уже неудобно. Я бы на геймпаде хотел играть, но на геймпаде невозможно целиться. Да блять! Я не понимаю, что когда я падаю, я сердца теряю из-за этого. Да блять! Окей, конец. Ладно, понятно. Пойду умру, лучше заново начать. Вызываю вас на поединок. Прекратить огонь! Прекратить огонь! Чё я подобрал? Всхлип, всхлип, всхлип. Ладно. Я могу что-либо лутать? Я не знаю, какие-то сердца... Ничего не выпадает, как будто. Могу героя поменять, а как? Пилот. Пока не буду ничего менять. Теперь ты можешь уйти в оружелье. Так а чё вы мне перекрыли проход, если я могу войти? Я ничего не понял. Динамит еще. Это как в Айзеке вот это вот кровавый сон у меня, вот точно. Что за ключи? Что она дает? О, тебя еще не убили. Ну, да. Что здесь? Дробовик. А, оружие купить можно наконец-то. Доспехи, ключ, половина сердца. Давай возьму обрез.
пистолета, не? А мне патроны могут заканчиваться, кстати. Пушка? Серьезная пушка? А на кого-то босса ее ставить? Выглядит сильно. Сэм Стоун, а это пушка серьезного Сэма, понятно. Ну как начать? Я против птицы? Как стрелять? Как стрелять, подожди. Помолчи. Я ничего. Как ты видишь, попал? Если материал покажешь, бля, оно не работает. Как? Я не понимаю, как стрелять этим говном. Не, зря это оружие взял, оно не работает. Буквально рубаю, что делать. Как им стрелять? Ну и дерьмо, блядь. Ахуя. Нереальное дерьмо эта пушка. Она что-то заряжается 10 тысяч лет. Выстрелить невозможно. А че? Корсар, проложи курс. Опять оружие. Еще много оружия нужно заряжать. Тирс, могу ли я себя на кожу своим же оружием? Или нет? Здесь пушка дерьмо в этой игре. Как этот псевдомобильный выпиздыш с ГГ-негром оказался в Стиме? Это о чем? Это эта игра? Тут ГГ-негр? Это же... А, ну да, кстати. Ой, да. Ой, лазер, ой! А что делать? Ой, лазер! Ой, я не знаю, что делать. Я умер. Да. Лазер, непонятно, что делать. Страшно. Это что? Десантник. Преступница. Да блять, ямы! Вообще непонятно, что это яма. И настолько хуевая графика, что сразу даже не понимаю, что это яма. Это стиль такой. Это не нищие разработчики бездарные. Да, оружие получше вроде. Да блять. Меня поджали сразу. Выглядит сильно. У меня еще 4 хитпоинта почему-то. Оружие выглядит сильно. Пока я никого не вижу. Где в этой игре сердца находить? Это что? А, это сердце? Почему это сердце? Оно выглядело как патрон красный. Это было сердце. Музыка, музыка невероятное дерьмо. Просто... Вот. Он приехал к тебе на пределе, как на жеребце, и предложил прям там 50к долларов за просмотр Наруто без филлеров. 389 серий по 19 минут равно 123 нет. часа. Я бы не отказался. Согласился? Нет, я бы отказался. Передал бы тебе платежом крипты. Не, я бы отказался. Так, как выглядит магазин? Вот тут магазин? Или че? Этот усач, он выглядит как монстр какой-то, как босс издалека. Ну, типа, иконка его. Снайперка. Давайте потестим. Доспехи. Что такое доспехи? Полное сердце, ключ. Мне нужен ключ, чтобы открыть там замок, поэтому придется брать, наверное. Да, ключ. Их просто сметают. Помолчи. Подождите.
Сейчас он распробует эту какашечку. Ага. Какашечка растает у него на языке. Да. Спустится в желудок. Он уже начинает вникать в эту хуйню. Да, и нас да, ждут да. 2 месяца этого года. Да, расскажешь. Будешь играть в Dragon Age Путь Волка, когда выйдет? Dragon Age? Новый Dragon Age должен выйти? Да без понятия, зачем я спрашиваю об играх, о которых я особо не слышал? Ебать, посмотрите на это! Посмотрите на эту полосу! Блять! Это выстрел, типа. What the hell? Ну, какой-то босс. Что-то слабый дэмэдж, если честно. Я получил урон, потому что я не вижу, что происходит. Да, блядь. Понятно. Это что такое? Преступница. Окей, что это за дура? Подожди, я ее выбрал уже? Ну и ладно. Это жижа коцает его, когда он на ней ходит, не? Тогда в чем смысл? Бля, арбалет сильно чешу. Арбалет прям мощный. Музыка супер дерьмо. Вот я когда прислушиваюсь местами, очень редко. Просто ни о чем. Фоновый шум. Помолчи. Привет, это я твой единственный микрочелик. Я на протяжении многих лет создавал иллюзии, что тебя смотрят много микрочеликов, но это был я. Фон. Сейчас напишу это сообщение со всех аккаунтов. Сыграет Шрек 2. Зач. Стрела червь. Выглядит сильно. Сейчас посмотрим дэмэдж в этой хуйне. С этим боссом я дрался уже, да? Было изи вроде. Это выпало то, что я сохранил на будущее, или как? А чё? Полный? Кто полный? А, боезапас пополнить? Тогда арбалетов пока. Арбалет прям имба. Так, у меня есть броня какая-то даже. Да блять, ну нет! А, куда я упал? Где? Чё за... Я могу еще раз упасть? А зач? Боюсь. Пламенная пушка. Что она делает? What the hell? Пламенная пушка поджигает. Можно поджечь и одновременно отравить. Ой, опять эти лазерщики, я не понимаю. Блять, не надо. Давай, блин.
Как это должно быть? У меня быстрая скорость передвижения. А, мне надо его перепрыгивать. О нет, я его почти убил, пиздец. Сложно эти пиксели видеть. Обидно, я его почти убил. Но, кстати, герой был хороший, и оружие были хорошие. Но я не хочу в эту игру играть, она просто неприятная. В этом проблема. Заводная пушка. Выглядит сильно. Выглядит сильно. Что у него урон маленький, честно. Хотя? Бля, арбалет быстро стреляет, охуеть. Охуеть! Это ДПС. Ого. Ого. Ого, как оно быстро стреляет. Охуеть. Вау. Ничего себе, у меня арбалет стал супер сильный. Прям намного быстрее. Охуеть. Это что? Единица или мелодия? Я много понял, да. Означает мастерство первого зала. А, то, что я без дэмэджа прошел, наверное. А что мне дает паттернмастера? Типа, скорее всего, это потому, что без дэмэджа прошел. Мастерство первого зала. А чё ты плачешь? Чё? Додикус. Блин, с такой быстрой перезарядкой арбалета... Мне кажется, я наебурю. А, вот эту дверь. А кто там живет? Здрасте. Может, это герой новый? Мы на верхнем этаже бреши, не заблудишься. Что сюжетное открыл? Ну, не сюжетное, типа геймплейное, короче. Там герои или торговцы. Мячик. Ой, бля, я не могу привыкнуть к этому. А я не могу к этому привыкнуть, пиздец. Верни сердца, тварь. Просто оружие дурацкие падают, их даже продавать нельзя. А зач? О, это, наверное, сильное оружие. Что это? Ты гонишь? Опять слабоглаз. Чё, блядь? Сразу же наклацал. Да куда, блядь, в помойку упал он? Кто меня убил? Мой огонь? Сложно. Короче, не могу злобоглаза пройти. Были бы фулл хп, я бы сейчас его прошел. Но злобоглаз несложный, на самом деле. Самый дядь, проверь это. Ого, вот это урон.
Знаешь, только дэмэджи получать, не знаю. Ну, кстати, на босса это жестко работает. Сердце и двоение. По одному на каждого. Временно удваивает мощность оружия. Ебать! Да не добре! Вот теперь точно должен против второго босса, если я дойду до него, ну, с адекватным количеством хитпоинтов. Ой, бля, опять эта хуйня. Нужно оружие собрать в магазине, там, где ушел. Просто кидай туда оружие и все. А то оружие можно было продавать. Вау. А мне тут пизда против этого чела. Пиздец, блядь. Вот это тушнина. Как вообще уворачиваться от этой хуйни? Как мне здесь не накоцали, я не знаю. Можно было продавать оружие всю эту игру? Там, где решетка, просто кидаешь туда оружие, и все, решетка. Это, блядь, невозможно. Ну пошли к кусачу зайдем, попробуем что продать. А, я не могу к кусачу зайти, закрыто, блядь. Где клетка? Под клеткой? Это где? Какой клеткой, блядь? Как ломать сундуки? Сука, хоть бы хоть что-то пояснили. Я не щипон. Под какой клеткой? Под клеткой? Ломать сундуки можно. Как? Под какой клеткой? Клетка? Я не щипон, и меня босс убьет, как обычно. Надо идти на босса, пока меня не добили. Ай, бля! Идите нахуй, я сдаюсь. И как я должен в этом пиксельном говне увидеть яму? Без хп, давай. Как? No way. Ого, по-моему, это сильное оружие. Вау. Ого. Это сильное оружие. Прям заебатое. Найс. С возвращением, блядь. Я не щипон. Где какая клетка? Под клеткой. А, клетка. Под клеткой покупает оружие. Кто? Помолчи. Где клетка? Здорово, гнилой зубыч. Ты 8 лет сам утверждал, ты... что находишься в топе по адекватности, а когда Чулик спросил тебя, что это такое, то я сказал здравомыслие. Ответа. Можно считать, что ты сам себя из этого топа исключил. Чего? БТВ оцененник. Ты, походу, не дослушал. Я сказал, что адекватность — это синоним здравомыслия, грубо говоря. Как тебе буду объяснять значение подобных слов? Что такое здравомыслие? Тоже можно сказать, что для каждого человека это что-то нечто свое. Про любое можно слово выдать внезапно. Что для каждого человека, ну, это нечто что-то свое. Субъективное значение. Кусто. Что такое то, что такое это? Я этого босса еще не видел. Выглядит сложно. Ха-ха-ха.
все. Ну, дякую. Было изи. Undertale ебучий. Нормально разговаривать можешь, не? Этот лазерный дробовик, он мощный. Однозначно. Я бы продал пистолет, дефолт. Ты гонишь? Да. А, все, мне туда, понятно. Наиграл. Забейте. Эта статуя, она слишком сильная. Сильнее, чем в Elden Ring. Что за мегамозг? Ну найс, чё я, нищий бон. 37, всё равно нищий бон. Как я жив, не знаю. Это продавец? Подожди. Еще одну скормить? У меня больше нету. Я скормил ему арбалет, а он хочет еще одну. Так у меня нету других пушек. Это проблема. Я не знал, что там нельзя... Блин. Надо обязательно две скормить. Это хороший сундук, по идее. Насколько это сильное орудие. Я не знаю, хочу ли раскармливать эту пушку. Непонятно, пока насчет этой пушки. Maybe понятно. Maybe она сильная? Maybe она сильнее того дробовика бластера. Серьезно, опять это хуета, блять, я не могу, я не понимаю. Они все меня летят, вы понимаете? Пиздец какой, какая хуебень. Где там этот развратитель? Так и бы искорблю ему бластер. Не знаю. Проверим, что будет. Новая крутая пушка. Вау. Мне дают рандомное оружие за два оружия? Лютий Понск? Чё, пойти на босса, пока есть шанс? Я не понимаю, блядь, зачем делать алк, если буквально через пару дней выходи Hellblade 2, блядь, которую ты ждал 100 лет. И что? Когда стрим пойдет. В день выхода, надеюсь, земля приснёт, если нет. Подожди, это оружие без перезарядки. Как эта дресня стреляет? Эй, подожди. А, какой босс? Найс, я не понимаю, что он делает. Да отстань, я не понимаю тебя. По-моему, это трясня его не домашка. Да я не врубаю, что ты от меня хочешь. Да эти боссы на втором уровне что-то душное. Не понимаю, что от меня хотят. Если бы у игры была получше графика, я бы, наверное, в нее поиграл бы и так же самое прошел бы, как и все остальные эти роглайки и прочее. Ну, то есть, ну, очередная игра. Понятно, что она играбельная, понятно, что можно увлечься. Так же самое, как я многими другими играми до этого увлекался. Но, может быть, я еще в нее там поиграю, если будет вообще ничего стримить, вот, при таком раскладе. Понятно, что если Hellblade сейчас выйдет оптимизированным, то я не буду играть в эту игру вместо Hellblade.
Жалко, что не прошел второго босса. Теперь хейтеры в комментах будут писать, типа, не осилил. Короче, я бы в эту игру поиграл, однозначно, если бы не такая уебищная графика. Это эти пиксели, блядь, рассматривать, понимать, что... Что, где, что. Не прям плохая, я бы не сказал, что она плохая, но она некачественная. Пока что нет мотивации ее как-то проходить, задрачивать. Но только недавно, что Rogue Legacy прошел на NG7+, аж. Смотрю, жалко, второго босса не прошел. Теперь Даунищи будут писать, не осилил. Ну, короче, есть игры получше. Так бы, если была бы хорошая графика, скорее всего, поиграл бы. Посмотрел бы больше. Ну, еще, может быть, в будущем вернусь, повторюсь. Пока временно дропаю. То есть, maybe не навсегда дропаю, но просто я не вижу смысла играть в очередную игру. Ну, очередной, типа, рыгалик. Это буквально уже, знаете, не рогалик, а больше как рыгалик. Ну, игра не прям дерьмо, я ожидал хуже, но некачественная. Нет, я не говорю, что Top Gamza, даже близко не говорю, что Top Gamza, она реально некачественная. Нету музыки, нету визуала никакого, то есть они даже не постарались сделать интерфейс и иконки. То есть нету даже интерфейса и иконок, вообще ничего в игре нету, в принципе вообще ничего нету. У этой игры нету ни единого плюса по сравнению с любой игрой, которую играл до этого в этом жанре. Ни одного плюса, ноль плюсов. То есть это просто очередная игра, которая во всем хуже других игр, которые я играл в этом жанре. Понятно, что я могу ее в теории пройти, там, так же знаю, как я тот же Rogue Legacy прошел. Посмотрим, не обещаю. Считайте, короче, что наполовину дропнул. То есть, с одного стрима тебе все не понять. Но понятное дело, что я не могу разобраться в роглайке очередном за 2 или 3 часа, когда там нужно открыть все, ну, типа, все основные функции в игре обычно в роглайках открываются за часов 20. Я же говорю, еще, может быть, поиграю, если будет совсем нечего играть и стримить. Вот. Так вот, что про Hellblade говорят. Вот, может быть, Hellblade буду играть. Все, я пошел в курс, подрубаю стрим бонусок. Let's go.